мастером кальмана пластикой. В то же время возглавлял Академию художеств. Другие говорили, что он был мотом и транжиром. Ну, то есть вот совершенно были противоположные мнения. В любом случае, в скором времени Мария как-то позабыла его, стала к нему более пренебрежительно относиться. А к тому же она в семье была главной, то есть она руководила ним. И очень многие люди были уверены, что их дети, а у них было всего 7 детей, имеют разных отцов, и это не Максимилиан. В любом случае, Мария была всегда такой достаточно своенравной. 33 года она обдавела и вскоре вышла замуж второй раз. Только на этот раз тайно, потому что супруг ее оказался не императорских, не верховских и не княжеских кровей. Он был всего лишь каким-то графом, графом Строгановым. Ну, это уже будет совершенно другая история, я вам ее обязательно расскажу. Мы ненадолго ушли с мойки, хотя мы туда еще вернемся. Там находится дворец Кирилла Разумовского, гетмана Украины, у которого было достаточно много детей, и у них был такой лев.